Здравствуйте, меня зовут Анна Дианова, я закончила в ГИК, мастерскую Владимира Петровича Фокина, служу в театре Этцетера под руководством Александра Калягина. Ну что могу сказать, я имею некоторый опыт съемок, у меня 5 главных ролей в телевизионных проектах, одна главная роль для полного метра. И ряд эпизодов и короткометражных фильмов. Совсем недавно я сняла свой дебютный короткометражный фильм «Поток» как режиссер. Фильм уже побывал в конкурсной программе фестиваля «Короче» и Portobello Film Festival London. Говорю на английском языке, достаточно свободно, французский с разговорником, говорю на испанском, прожила год в Испании, вот совсем недавно вернулась, мы застряли там в связи с пандемией, поэтому год практически я пробыла без работы, сейчас очень надеюсь и очень жду приглашения на пробы и новые проекты. Спасибо за внимание.